Так, дорогие друзья, нам осталась последняя деталь. А это значит, нам нужен эвакуатор. Ну, поэтому мы сейчас это скажем новую. Ну, сохранить. Эвакуатор. Ну, эвакуатор так эвакуатор. Давайте будем делать его. Ну, такие довольно-таки грубоватые ребята, поэтому Ctrl-R сразу. Так, чуть повыше. Так вот. И пошли. Вытягиваем. По Y-ку. Не знаю, можно нам Е применить. Так. Сжать его здесь. С по иксу. Тут сразу же можно и сказать, ребята. Давайте-ка мы будем ее двигать. Так. Так. И тоже вот эти две друг другу S навстречу. Вот так. Угу. Вот такое. У нас немножко тупоносенький, да? Так. Так, 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 так. Надо немножечко его опустить, чуть-чуть. Вот этот вот носик. GPZ. Вот так вот. Да, и здесь мы сделаем отдельно Е. Тоже его заострил. Это будет у нас радиатор. Смотрим сбоку. Говорим G. Прилик вот сюда. И вот это я бы не хотел, чтобы оно наверх уходило. Тогда поросячий нос получится. Я бы хотел, чтобы оно было так. G по Z. Вот так. Отлично. Далее здесь можно провести Ctrl-R-чик еще один. Тоже чуть выше. Так. Ну, попробую теперь разделить его. Ctrl-R. Так вот. И взять все вот эти точки и набрать их. Так. А это здесь выделить, сказать, что объект это не курсор, и сказать, что нам нужно Мэро сделали, скажем, клиппинг, вот так. Нет, вот. Так, теперь следующий момент. Я хочу вот этот. Мы здесь тоже, честно говоря, тоже можем Ctrl-R сделать. Вот так. Далее уже
Как положится. Е выдвигаем. Мощный такой грузовичок. Но вот эту и эту, вот это и это ребро мы притянем сюда. G по иксу. Смотрим, чтобы она у нас и сверху не уходила никуда. G. Так, чуть-чуть. Так, вот. Так, далее. Чуть-чуть прижмем G по иксу. Так вот. Вот так будет хорошо. Далее вот эту нам надо сюда сдвинуть. В принципе, почему бы сразу и все туда не сдвигать? Да? G по Y. Вот так вот. Так вот. Угу. А здесь почему-то получилось так, что нет. Нет, все нормально. Все нормально, нормально все. Да, вроде бы как все нормально. Так. Тут мы сделаем два притопа, два прихлопа. То есть вот так, вот так. И мы скажем, что каждый в себе по отдельности. Вот так. И вдавим внутрь. Внутрь. И чуть-чуть опять и наружу. И можно сказать, что было. Вот так. Есть. Отлично, тягач. Может быть, побольше крыла еще сделать? Будет у нас по игреку, да? Да, лучше вот так побольше чуть-чуть. Видите, я тоже сейчас подвину. То есть скажу вот это, так, ребра. Скажу вот это и вот это S по игреку 0. Вот она выправилась, отлично. Но нам надо было и это сделать. Сверху смотрим и говорим R и выправляем. Так, не очень красиво получается таким образом. Ну, пускай так будет, ладно. Так, теперь после этого все-таки хочу ее подвинуть. Так вот.
Еще раз. Вот, вот так вот будет правильно. Угу, все. Так. Все, у меня такое ощущение, что он клюнул носом. Нет такого ощущения. У меня есть. Давайте попробуем это тоже выровнять. Это. И вот это сказать, что Z, S, Z 0. Есть. Вот. И то же самое здесь. S, Z 0. Ну вот, теперь мне кажется, все в порядке. Так. Теперь точно она ушла. Спереди смотрим. Хорошо. Теперь необходимо сделать дырочку здесь. Вот мы сейчас сделаем это. Возьмем цилиндр, скажем, у него 10 грани. Это я уже привык к этому. Перевернутый он по Y. На 90. На 90. Так. И уменьшил. Уменьшил вот так. Хорошо. Ну. П. Дальше смотрим сбоку, тащим. G. G по Z. Нет. Вот этот выделили. Так, сейчас я сделаю, чтобы виднее было. Не стало лучше. Ну, мы же сделали. А, вот этот. Нет, это вот этот. Вот, вот этот. Теперь, вот теперь-то да. Можем теперь двигать его вот сюда. И уменьшать немножечко. Слишком большое. Так. S по X. Вот так сделаем. Хорошо. И двигаем ее теперь вправо. Вот туда. Можем чуть еще назад сдвинуть. G. Ну как бы больше. Так. Вот если так обрезать ее.
Да, скорее всего, так и надо сделать, ребята. Просто вырезать ее. Может быть, даже чуть дальше воткнуть ее. G по X вот сюда. И теперь сказать, что это надо нам выбрать из этого дифференции. Все. Ну, как-то неправильно выбрала. Мне как-то это не нравится, как она выбрала. Подождите. Явно что-то не то. Всякий случай, сейчас я проверю, в чем тут дело. М дистанция. Отлично все. Так, теперь вот это М. Все правильно. Ну а что тогда придуриваться-то? То есть вот этот объект мод. Выбрать из этого. Применить вот этот Ну, по-прежнему то же самое чухня. Ребята, вы меня, умоляю вас. Ладно, придется вас обманывать. Е у нас пойдет по сюда и захлопнется тут. Вот. Ну, а тут уже видно, что появилась всякая гадость. Попробуем удалить. Сразу получили по жопе. Мы не будем удалять. Но удалять не будем, мы наоборот сделаем. Нет, вот. И теперь идет мод. Смотрим, где у нас точки здесь. Мы лучше вот эти точки соединим, да и все. Вот эта точка, вот с этой точкой, мне скажут, если меня спросите, почему так произошло, я вам не отвечу. Я не знаю. Вот этот с этим и сказать, что М последняя, да? Вот так. И вот эти вот выбрать и сказать в центр. Это невозможно сказать, почему это вдруг произошло. Так. Теперь явно здесь топология нарушена со страшной силой. Видите?
Мы можем это убрать? Или? Ну, вообще-то можем. Ну, так. А так, более-менее, если мы вот эти выберем и скажем F, то мы хоть как-то ее соединим, да? То же самое, это и это будет F. Угу. Это с этой. Нет. Это и это будет F. Лучше уже треугольники иметь, чем вообще ничего. Правильно? Теперь оно должно работать. Теперь оно должно работать правильно. Калитку. Вот. Все прекрасно. Далее делаем следующее. Делаем уже и колесо. Нет, не плейн, у нас цилиндр. Вот он. Переворачиваем его на 90 градусов. 90. Уменьшаем. Выводим за пределы. Сюда. Еще раз уменьшаем. Опа, нет. Если только чуть-чуть. Но все равно колеса это будут. А чем мы сохраняемся? Это будет у нас шлепер. По-немецки. Вниз. Так, пока смотрим. Да. Вот сюда. Делаем чуть-чуть тоже меньше. И двигаем же вот сюда. Так. Сначала мы научим его тут свободно лупить. Б. Так, мы его научим действовать. Так, а тут что за странное такое? Далее И. Вот это выбираем. Говорим И. Говорим еще раз И. И тянем его внутрь. G. Вот так. Теперь еще раз И. И тянем наружу. Это неправильно мы его потянули. Давайте мы его сначала туда. Е. Вот так. Так. Теперь И. И наружу. G по Y. Нет? G по X. Вот так. А эти мы сейчас все повыберем. Вот это выберем, выберем, выберем. Скажем И, но каждый взял. Но чем мне не нравится, тем же самым. Reset. Reset for. Сейчас. Угу. Вот.
Именно этим он мне не понравился. Напишу письмо. Напишу. Напиши мне письмо. Одно слово во всего. И две строчки всего. Чтобы я иногда прочитать мог его. Так, и... И внутрь. Не-не. Все правильно. И Е. Вот так внутрь. Так, а здесь. И внутрь. И Е. Это просто круглую сделаем. Получим такое колесико прикольненькое. Ctrl-B. Так, Ctrl-B. Все. Это у нас чисто деловое получилось, да? А это еще что такое? Вот это вот. Это я не брал здесь. Это мне не надо. Откуда? Не возьмись. Бывают интересные здесь штуки. Появление интересных штук. Так. Теперь нам надо это выбрать. Поставить на место. G. По X. Вот так. Вот. Великолепная пятерка и вратарь. Так, как вы думаете, чего мне не хватает? Бампера. Бампера, мощного, хорошего бампера мне не хватает. Так, ну-ка, если я здесь, вернее, вот здесь, скажу вниз, Е, вниз. Это два. Вытащим отсюда. Нет. Е. Вытащим вот сюда. Так. Хорошо. А это вот. Вытащим сюда. Вот так. Такой английский будет у него. Не, ну он тогда закрылся тут. Так, ладно, не проблема. Ctrl-R. Вот. Так, и этот джип Z. Нет. Нет, 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 нет. Мы ватлет. Нет, нет, нет. Не дадим тебе. Так, подождите, мне надо остановиться. Сколько времени? 30 минут, тем более.